Еще один праздник для семей. Второй раз в Бердске прошел фестиваль «Семейный круг». В минувшее воскресенье он собрал самые дружные творческие семьи нашего города. Фестиваль «Семейный круг» придумали в прошлом году в Союзе женщин Бердска и приурочили его к объявленному президентом России десятилетию детства. По условиям фестиваля его участником могут стать семьи, в которых есть хотя бы один ребенок-первоклассник. В прошлом году на «Семейный круг» зарегистрировались 20 семей. В этом году изъявивших желание было столько же, рассказала организатор Раиса Устинова. Проверено жизнью, что традиционная крепкая семья – это на самом деле залог счастья человека. Поэтому все это направлено на счастье. Семейный круг в этом году приурочен ко дню семьи, любви и верности. Он пользуется поддержкой городской власти. И в прошлом году, и нынче он проводится на грант администрации Бердска. Наши общественные организации инициируют такие проекты, как «Семейный круг» и множество других, которые объединяют семьи, помогают раскрыть их потенциал, показать, познакомить нас друг с другом. В программе фестиваля были игры для детей и серьезные семинары для взрослых, направленные на укрепление семейных отношений. И в этом году мы уже подключили на тематические площадки родителей. Для детей, допустим, будет анимационная программа, а 5 тематических площадок будет посвящено вот определенным темам. Например, жестокость в семье, как она влияет на сохранение семьи. И творческая семья – это залог светлого будущего для ребенка. Сами участники фестиваля точно знают секрет счастья. Быть вместе, поддерживать и любить друг друга, все делать сообща. Любим очень сильно в лес с палатками выезжать, то есть на отдых, на лодках кататься, на моторных. Ну и все такое, в общем, такой, ну, в баню это само собой. То есть такой активный довольно. Бассейн, да, то есть, и все. То есть все, что связано, выезды на природу, на свежем воздухе, ну, это все наше. Фестиваль продолжался 5 часов. От хороводов кружилась голова, улыбок и детского смеха всего было в избытке. Все семьи и участницы получили от организаторов памятные подарки и приглашение собраться в следующем году.